начинаю поклонский пей, Коля Агр. Погиб босс уже под пол. Вижу, стоп ДД по боссу, стоп ДД по боссу, квадропедра, ракшас, интерлюд, йоба, кингблинк, волкер. Бейте зеленого слизня. Драки мимики стоит. Смотрим, сейчас будем сбежаться к цели. Вирана, бьем, сбежались. Все, переводим пропа. К столу веди, к столу веди. Все ушли, на ком зеленый дебаф, все ушли подальше. Красный тачит. Смотрим, по дебафам, бьем. Бежались в квадрат бежались. Смотрим, выбор. Бежались в квадрат. Смотрим опять. Сбежались. Что-то я ничего не чувствую. Бьем профа. Что? Это еще откуда? Мини-центр. Голос, скинь агро. Отводи, сейчас будут колбы. Можно поклонский, ты в колбах пьешь лужу. Смотрим. Пается красный. Бьем профа, милики. Милики бьем пока профа. По красному. Бой залеется у Версуман. Под колбу веди, Коля, под колбу. Сейчас он кинет химию. Под зеленую колбу веди босса. Что там по процентам? Смотрим, стали все в... Нормально все. Так, все в квадрат. Босса сбежались в цель. Все нормально, бейте пропа. Он ставит колбы, ставит колбы. Коля, уводи. Перейдем, бейте пропа. Стали под сбежались. Прям выбор цели. По дебафам бьем. Бьем по дебафу, Геру. Квадрату сбежались все. Бьем красного, бьем красного. Он пропал. СС, что там? Мини центр. Колбы уводи. Забирай поклонский. Все, просто тут стоим, доканчиваем. Убиваем босса. Никто не сдох, пацаны, никто. Не веди никуда поклонки, добьем тут. Новости, народ. Похоже, у меня ничего не выйдет. Хочу завоевать. Кто там выше, ПП? Или сда?
ломаюсь просто так. Два защитника, ролики. Нахуй ты мне поезда? Не знаю. Войт, надо на airdrop бить свой поезд? Не, у меня здесь мишка и кот. Кому нужен поезд бисовый на airdrop? Только не Серсей. Сука. Идите на ЛНТ. Слишком далеко. Спекнитесь, руку спекнись там на Наталье перед трэшем в танк. Трэш, я просто сдох при раздаче лута, там уже багнулось, я уже добегаю. Выкиньте этого верховного мага, блядь. Во. Ну, все, вытащим. Рукус, ты в танке? Отлично, давайте. Волкер, квадропедро. Будьте контролить. Звезду. И круг. Квадропедро, звезду, волкер, круг. Все, давайте контроли. Начинаем. Бейте все соперника. Вообще, сколько на сурке был? 340. 340 на сурке вообще? Да. Сколько ты кащу, когда у вас 340 кпс? Сколько он дал? 15к? 17. Пиздец ты, бич. Волкер, контроль звезду и все. Что-то дохуя 340. Пошел там 330, по-моему, было. Нет, там было 339,8. Осторожно, протопал в контроле. Советники, выкинь. А чё, маги уже по 23 не дают, что ли?
Хилд нам. Серсея дает 27 миллионов. Чтобы катушка с плащиком упала, заебись, да, было? Заберите там этих типов. Их убьем. Сейчас пожигаю шланга. Поупадет она? Давно уже не падала же. Или подвеска какая-нибудь уебанская. Я в четверг каждый раз хожу и падает, короче, по группе. С пуганием. Бабрить, нет, 25 герб. С пуганием, что ли? Ну да. Да я, у меня просто 10 персов, я не успеваю здесь для них повесить. Ты в целом не успеваешь на всех повезти, когда я прийти. Потому что мне нахуй это не надо. Ну да. Давайте бафы, дайте мне бафы, я дайте бафы, короче, пройдем на прессе падали. Сенсы мини на двоих, поклонский на одном. Типа бафы там, 300 баф, надо повару. Поклонского ты кильте там, на нем стаки. Давайте чекнем. Можешь спекаться, Мурат, уже венка, если хочешь. Роял, ты готов? Готовы, погнали. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Зачем я прожался и забыл, что эта хрень не пускается? Пульки Талдорама на Сенсимиле. На нахуй. Роя, осторожно, сыгро. Подмешались, Лукер. Дайте Геру убьем, Волонар. Талдорама. Талдорама, да. Талдорама. 25 секунд. Хорошо, выйдет. Выхер там не лет. Дайте его квадрат, квадрат не отметает. Иду чуть-чуть. Сейчас, сейчас Волонара сорвешь. Обнови Борн. Обновил. Бейте точечно. А у меня он двухминутный Борн, лучше руку бы обновлял потом. Ходите там это, Михи. Добивайте его, Марс. Давай, пластик и катушку сейчас по-любому должны упасть. Катушка. Ну и пластик, заебал. Не-не. Да-да-да. Не. Мне ДДшный не нравится. Ну сука, блядь! Красава! Красава! Нихуя себе! Вовремя прожался, блядь. Смотрим, что там. Ага, залупа вообще. Вон там твоя голова, злой.
Ого, нормально вообще, слышь, 9 голды нахуй. Сколько голов? Голову роль. Просто так, пацаны, все эти вещи просто так. Надо кому-то эта хрень. Ну может 200, блядь. 9 болта, чё бы не взять. Топовый лут, блядь. Все пиздец. С обычки, блядь, это лучше болт. Бля, меня дисконуло. Заходи. Сейчас зайду. Там захильте кто-нибудь. Спасибо. Ну за боб вообще охуенно. Не за что. Ну, я тебе возложение кину. Это за контрольте кто-нибудь тактика ебаного, я вам колбу оставлю даже там. Аккуратно только бейте, там где страж сагрелс. За контроль тактика. О, все, я бля, Лагерман, ну ты еще не понял, что не надо так сразу врываться в трэш. Мы как только этот трэш начинается, ты сразу даешь рывок и сдыхаешь. Он псих, иди пей колбу, заебал. Но есть там? А, я же забрал. Ой! Тебя брать. Смотри, сволочи, какие там все. Там танкер чалил. Дай мне МК, слышишь? Поднимите танка, поклонского поднимите, сырсая, подними поклонского. У меня КД и Кодра Педро поднимала. Пробку с поклонского поднимите. Чё, псих, ты не можешь выпить, что ли? Нет, она не пьет. Значит, после этого трэша. Коробку с поклонской, можешь поднять коробку? Сколько соколы кидаем всем? А я в стане был, Димон, беги. Беги, свечку ставь. На ректальную, да. Кому как. Это перебор уже, наверное. Веди трэш на... О, нормально, слышь, псих. Пошли, пошли быстрее. Я пойдем, нахуй. Блинкуйся, на. Мы сейчас сдохнем, куда ты идешь? Да похуй! Сейчас, блядь, первый стан сразу, мой же будет. Давай, беги, беги, Дима, я тебе боб дам. Давай. Войско ебаное. Руку сдай, войско, сука, два стана, блядь. О, паучок еще. Паучок все. Кстати, че я тебя диспелил, с тебя же спала эта хуйня? Блядь! Ты свечку что ли тебе там ставили, бля? Бля, я даже не знаю, что тебе на это ответить. Ладно, ты прав. Ваня где-то, да, подкрался к тебе? Негодник, бля. Ты только представь, просто 2 метра роста, 170 кг, там такой хоп, на коленях злого держит. Подкрался не за это такой, да? Без палева, блядь. Чпок, добрый вечер. Как дела? Нормально, у тебя как? Нормально. Дайте баф. А вот ты где злой, найти тебя не мог, блядь. Дайте рыбу.
А вот ты. Спасибо, брат, спасибо. Я никогда не забуду этого. Дайте шкаф. Ты что, только ради одной, ради одних перчаток спрашивал, что ли, этот? Нинчан. Как мы бафы готовы? 300 баф по райду, дайте, пожалуйста. Ну, начинайте танки, танки, побежали. Танки, танки, интервью, бегу, танки. Это было неразумное решение. Голос. Готово. Я только попробую на вкус. Теперь, Колег, можешь кинуть для Голосу истерию. Я уже ему спло кинул, сейчас я блин сорвет. Я не сорвет. Не сорвет. Фас, беги. Или притворись нахуй. Да все нормально. А у тебя Глора Гировская есть, дядя? Нет. Хуёво тебе. Ёл тебе, блядь. Люди, беги, смотрим, пак. Это ревностный был или мне показалось? Нет. Ревностный. Люди, беги. Мы сбежались. Побежали на верман. Охуенно, пацаны. Заебись, ребят. Да нахуй надо было резать, блин. Просто весь дом. Да, кинем пикет. Начинаем представление. Дима, давай как тогда? Пока. Да я это психу. Рост. А, давайте рост. Все нахуй, жезлом хуярю. Маны нет. Сейчас смотри, по группе чел пойдет. Танк упал? Да. Йо, чё? А на ком зеркало? Этернит. Он сейчас сдохнет. Нет багрухи. Есть багруха. Не ладно, сука, из блин. Ого! О, багруха упал, я же говорю. Сволочь какая, а, псих? Кому были последние тени? Ком были последние тени? Или я всему райду накину 300 кп? Да на мне не были. Сдавайте, пидоры. Колье упало, прицел, если ты здесь. Это тебя не оправдывает. Хоть ты это делаешь, Димон, блядь.
Порезать нахер вы стоите там? Это еще раз доказывает то, что вы смотрите лут, а не видите, что по сторонам происходит. Пошел нахуй. Почему другие пацаны не сдохли? Смогу, порезай. Потому что ты тупой. Да я внизу уже. Я вниз упал, разбился. Тресни, пожалуйста. А ты кто? Антоха ГЦ. А, Коробкус, это ты, блядь? Тот, кто тебе ману заливает. Да я понял. У тебя, походу, микрофон другой, у тебя голос вообще другой какой-то. Да что, тебе тоже ману. Подхильте, ребята. Подхильте, там, чтобы я лут раздал. Встань вот здесь, да и все, слышь, подойди сюда, Джерион, вот мы вот здесь стоим, нас не задевает. Никогда не блинкайтесь, когда прыгаете с этой штучки в дырку эту. В дырку. Кое-что отмазываться начал. Злой, попробуй блинк. Щебучки. Не, спасибо, спасибо. Выше всех. Ты зачем, Антон, ролик? Не надо, я думал, ты шею сейчас кинешь. Веракт, Этерники, да? А я подъебал бы Ирак. Хуяк по ПР падает и следующий. 138 за токен немного. Ну-ка, а если бы я в чате был бы охуенно, я бы ее не свалил. Я бы выиграл бы. Я б тоже. Да ну нахуй. Покорители ролики. Да в какие-то тебя. Антон, я набрал. Ага. Красава. Покуплю за 18к. Все, можно, короче, это. После рейда переносить. Перед синдром. Слышь, Димон, пойду за хавкой по бырому загоняю. Я на 738 дал за токен. Я там прицеплюсь за Джейлис. Нет, лучше я за Гомогеем нахуй прицеплюсь. Знаю. Баф не МК, только злой сначала. Ладно. Да блять, сука, самогон, ты такой пидорас. Димка, я тоже на 2 минутки, ладно? Нет. Уже 6 человек отошло. Ребята, имейте совесть. Ой, Поклонский, иди там бей трэш. Ракшас, вот двигайся. О, иди сюда. Иди за черепком. Ступай с миром. Давай убьем его. Проверим пацанов, которые ФКшат. Инкните ДД от начала от ребрада за фулленность. Есть у кого? Да, есть сейчас. Просто посмотри. Сюда, и мы вам поможем. Ага. Наверное, 25 нормы еще, поэтому. Ага, я понял. Пройди сюда. Кто сенса этого? Ну там. Эх, у меня там вообще шаман на 6-м месте. Блин, он начал двигаться. Долго мы это делали. Звезду бейте все звезду, все полностью бьют звезду, только аккуратно, не сагрите там трэш. Все, я тут уже. Нет, я просто только подошел, блядь, ублюдки. А порезайте на ком-то бой нет. Не резайте.
Череп все сыграет, РДД, милики, всех череп. Дицерс из Ломерла. Вон, ты вообще что-то выбил с рейда. Дайте ману, шуман. Ману, дайте я? Шуман. Да. Осколки насобирал. Ну, нормально. А Иннер, идем на ману стакуйте. Тут еще осколков. Да, стакуйте. 29. Да нахера ты ходишь с ним рейд, чтобы потом осколки типа ты не собирал? Да я Коль. Я Коль могу перейти другим ДК. Че ты другим ДК не пошел? А следующий герой пошел бы своим ДК и собирал бы тоже осколки. Да, на ДК зачем осколки? У меня там есть шея. У меня на этом только я еще дела. Ну, делаю в смысле. Не заходите, туда РД забивай. Или ты имел в виду протопаун, в смысле эти? Ты бы мог пойти, например, ну, Пряниковым. А зачем? У него есть шлем уже. Смысл такой. Да блин, ну ты же сам осколки не забираешь на этого ДК. Чё? А завтра, если ты пошел Гера, например, собрал бы. Наверное, я не знаю. Да есть, этому ДК еще до осколков 3 квеста, понимаешь? Да ладно. Ну. Я, блядь, протопаун успею собрать. Тебе так горит уже этот дворф или чё? Да, я хочу дворфа. Никогда не мог дотянуться. Ну, после Нового года я просто завтыкал. Я думал, я тогда тебе на ДК сколки типа давал. Не, не, здесь ещё сколько? 600 душ надо набить, ты чё? Ты в десятку не сходишь, ты набьёшь там душ. Да я ходил. Перестановил. Если я за одну десятку гер 888 душ набил. Они собаку быстро съели. А? Хильте, суки! Сейчас злой. Мак тебя захилит. Прощай, псих. Нет. Щит маны. Те хилы, пуля не хилы. Это ты знаешь, что там самогон делает? А где маг? Именно он тоже нет. 4. 5. Ваня может магом пойти, да? Теперь уже не страшно, можно и Ваня. Но... Блять, Вова убили. Лол. Ненавижу вас, суки. Жрет еще что-то там падал. А что он может кушать, дошек? Да, у тебя в квартире, сука, спиздил, блядь, псих. Говяжий дошек? Дошек. Не, он острый, нахуй. Куриный, блядь. Хочу выспекаться в холипала. Иди в бой. Антон, у тебя есть холипал? Не, у меня сейчас протопал ретрик. Ясно, давайте так. Аджайлис на рейде, Верена, конфетка, отец огурец на босс. Стой, смотрите, стой. Смотрите там. Пекните на сумму. Он же начал взяли, сезон, да. Жмок. Слышь, псих, даешь, короче, МК тогда Марату, блядь. Я этому самогону, блядь.
Айоба в Вериене. Присты бахну тебя. Дай прото по ДК, поклон. Ну чё там? Полпады тут, не? Ну чё, посидим подрочим, пацаны. Разрыватель, алё. Да-да, я здесь. Разрыватель на связи, бля, ёпт. Ну идите, если все тут, гуляйте, босса. Разрыватель, алё, на 2-8. Чужаки ворвались вовнутрь. Чё мы будем ждать одного фурика? Если чё это сказала Серсея? Блин, чё вы всё время Серсея, как будто, не знаю, больше тем нет. Одна Серсея, типа все гильдии. Серсея. Мы тебя хотим просто. Блять, что, значит, босс? Нормальный? Да Серсея сказала пулять, Димон. Сык. Сколько хилов хилят Валю? 3-4. То, кто четвёртый? Значит, 3. Припал и 2 шамана. Ну, вообще от души. Кто стаки надо захиливать? Чё, псих, ты грудак забираешь? А? А может нет? Надо. Да ладно, забей, не надо. Ты талик заберешь. Да я его в любом случае здесь заберу, псих. Вот никому не нужен. Я на Элиму ролик. Пидорас. Я шучу, я. Хочу тебя расстрою, Сань. Ау, ну. Ты забирал уже шмотку. Ну а так. Осталось только. Подожди, кольцо это разве за шмотку считается? Да, да. Получается по правилам одна шмотка, один токен, одна пух. А одна петринка. И одна три. Одна петринка, одна пуха сличаю, одна шмотка, один токен. Клык упадет. Обосрался, блядь. На ООО пароли талик. Талик на ООО. Давай. Привет, Джерри, мы там это договоримся в плане БТ. Ты мне самогон должен БТ вообще. Ну соберешь, пойдем поможем. Ну не знаю как за самогон, а я схожу. Но это нужно, чтоб талик выпал, понял? Там подавление можно залить как бы. Серсея, кем ты работаешь? Серсея? Тебе какое дело? Ну просто интересно. А ты кем работаешь? Я продавец наркотиков. Что ты продаешь? Да пиздит он, патологоанатом. Ты это, ну, доучился уже? А кто он? Неважно, сейчас неважно, кем я работаю. Сейчас важно, кем работает Серсе. Я же у нее спросил. Ты ее решил конкретно заебать за сегодня? Да мне просто интересно, почему сложно ответить, что ли? Не, уже горит. Видел, что он типа работает. Войт работает поваром. Ну, типа, нормально. Повар кем Серсея работает? Повара, Серсея, а какая у тебя профессия? Люди, в будущем мы будем помогать друг другу. Вдруг я пойду к Войду в ресторан, он меня накормит, ну и харкнет еще туда заодно. А там это, пацаны, как бы слева огненный, и он завалит бейт. Ебашьте. Надо узнать, кем Серсея работает. Где предположение? Да репетитором она подрабатывает, шо вы, блядь, заебали. Ночных бабочек? Да, я не знаю, что на это ответить, нахуй вообще. Мне похуй.
Да вы ее до самоубийства доведете. Это мой портал, Вериен. Прощай, горец. Прощай, горец. Сука. Смотри. Злой, ты где? А? Здесь у нас справа, слева. Иди сюда. Да. Уже разгром кастится, огненного, слейте. На хп пристрят, давайте. Волкер, дай гимн. Всё. Чё ты, блядь, не отвлекаешь, пидор? Дай мне подамажить. Смотри. Смотри. Попробуй кастить и двигаться. Один. А я тут кем ты работаешь? Да я не с тобой разговариваю, с тобой вообще будешь разговаривать. Болеть мне. Это что ли оскорбление спрашивать у человека, какая у него профессия? Потому что не хочу с тобой разговаривать, ты понимаешь или нет? Не хочу с тобой разговаривать, ты меня бесишь, раздражаешь. Ладно, кто тебя не раздражает? Как тебе еще по-другому объяснить, я не знаю. А Джерри, ну можешь спросить у Серсея, кем она работает? Сука. Огненного убейте, блядь. Давай косарь голды, я узнаю. Ну ты сначала узнай, вдруг она тебя тоже не любит. Пиздец, альфач нашелся, Славик. Шамуха я заманил. Давай, давай. А тело упало. Да, что нормально вообще. Малахит в этот, да, заебись. Кто на танкер падает? Разбитая шкатулка. Тролльки. Дима, ты мне подаришь камни? Чё, никому не надо, что ли? Надим. Да. Дай кому-то у закладного духа на шар. Кто тебе подарит, Серсей? Бесплатно, говоришь? Да. Коня слича. Ага, еще что ты хочешь? Заслуживает больше тебя больше коня. Я ничего не хочу. Хочу коня. Хер тебе, не коня. Он холипал и то больше заслуживает, чем ты. Отвали. Я с тобой разговаривал. Холипал. Холипал, кем ты работаешь в жизни? Смотри, он сейчас ответит, он 100% заслуживает коня. Но если же ты ответишь первое, то, естественно, ты его получишь. Отвали, не понимаешь, не хочу с тобой разговаривать. Все. Я все сказала. Серсейка, зайка. А можешь объяснить, чем я тебя обидел? Потому что ты весь рейд бесишь, специально выбешиваешь, чтобы вывести меня из себя. Я тебе задал всего один вопрос, и то нет, это на этом боссе был. На протяжении всего рейда меня раздражаешь. Если бы ты меня не троллил, я бы с тобой нормально разговаривал. Ты меня начинаешь троллить. Блин, я тебя и не троллю. Если разговаривать больше не я тебя... Он это... ЧС кинем, и все нормально. Давайте, наивен, бегите, не надо приводить Леголас никого. Покидай мне МК. Они не должны прорваться к Синдрагосе! Скорей! Остановите их! Поставь каждый сам за себя. Джерри, он тут? Да. Не ставь нахуй лут, каждый сам за себя. Еще, блядь, забагается лут Синдры. Пошли нахуй. Ты уже говорил, кем ты работаешь? Я, да. Да не ты, ты не Димон, ты упырь. Что, еще раз повтори? Ты говорил уже, кем ты работаешь? Да, ну что я говорил? Да, сейчас забыл. Блин, кого еще спросить? Так. Ну, конфетка, он школьник, как бы в 9 классе учится, мне интересно. Подписал, блядь. Ракшас, он с Антоном, они там, наверное, торгуют тоже чем-то, кроватями. Кровать? Так ты это... закончил с медицинским? Да. И чё у тебя? Думаешь, чё... ты думаешь, почему я не играл 2 года? И чё у тебя... какая ты... группа? Я продвигаюсь на Петербург. Нет, проктолог у него. Помолок.
гасишься, чё? Ну, да типа не, сейчас... не, у психовенеролог по-любому нахуй. Люб чужие письки рассматривают. Да. Чего? Не в больнице работает. В больнице. Сейчас? Нет. Государственная. Ну типа сейчас это натура. Ты ж Джерион, Джерион. Чего? На весь трэш надо отойти, короче, минуты на три, хорошо? Смотрел, чего? Сериал, да? Не, я не смотрел его. А ты знаешь, что будет? Да нет, не знаю, что-то я постоянно смотрел одну-две серии, меня не очень сильно зашло. Джерион, колеса, бери. Ты вообще ничего не понимаешь, посмотри, блядь, угорел что ли? Ты вообще ничего не понимаешь? Нет, то же самое, что я спрошу тебя, ты смотрел «Ходячих мертвецов»? Нет, не смотрел. Ну а, вот. П, я не понимаешь, удаляй Warcraft. Адскую кухню смотрел? Шефом Рамзи. Кухню смотрел. Просто смотрел, адскую нет. Говно ебаное. Кухня нормальная. Кухня, ну типа ты имеешь в виду этот сериал, да, с Нагиевым, да? Да, ПСТС, да. Это для бичей, да. Да как и адская. Нет, честно сказать, вот мое мнение, блядь. Ну, кстати, там и не пахнет. Там единственное, что вытаскивает сериал, это сам Нагиев, блядь. Остальных все не нахер. Да там Нагиева-то почти нету. Не, ну это понятно, но когда он есть, то на туре по супер. Ты его любишь? Ну, конечно. Он по лысым больше. Я по лысым, я лысый, да. Лысый гоняет. Лысый, значит, любит гонять, понятно. Ваня, Ваня, ты в РК? Ты что, лысый, что ли? Смотрите, пацаны, просто смотрите, если этот дракон не взлетит, я накину дополнительно 1000 ЕП за рай. Не взлетит, блять, рост КД, ребята. Сука. Так там оковы, может быть, не? Не-не, это так нечестно, если не взлетит вообще, накину 1000 ЕП за рай. Сколько секунд там, 10-15 уже осталось? 22. Секунды. 3 секунды осталось. Ну типа, чтобы он взлетел от нуля. Сука, взлетает. Взлетает. Не, все, не успеет. Полетел. Не, да не полетел все. Вот только начал. О, нет, смотри. Не, он начал только. Он эпично упал так. Да, эпично. Да, да. Давай, 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 нормально. Где косарь ЕП? Не взлетел. Пацаны. Чё, пацаны, все бурсу, бурсы нахуй отдали? Но. Изи-изи. Мы на Синдре будем бить без бурстов. Не, серьезно. Чё, этот фильм... Поклонский, ты чё в Долоране забыл? Давай быстрее сюда. Там не стоял. Хорошмот, наверное. Вот этот вот Доктор Хаус, это вообще... Ну, не то, что даже если... Потому что, ну, как сказать, там и троллинг такой интересный. Да, обычное кинцо про Нарика. Да какой на... Нет, это, блядь, намного глубже все. Прямо охнет. Там в натуре жизненные ситуации. А, в той же самой кухне, чего нет жизненных ситуаций. Вот во все тяжкие, посмотрите, вот там жизненная ситуация. Не, ну за тяжкие не спорили. Просто гомосеки, нахуй. А вы смотрели? А вы смотрели «Отбросы»? Да. Да, смотрел. Не, первый сезон ничего, так остальное вообще говно будет. Первые три сезона ничего так. Там же он в разных исполнениях есть. В смысле? Там, получается, разные страны снимают. Вроде бы Франция, Америка и Россия. Пьяна, дай мало. Короче, потом скажите, кому перекинуть ЕП, я перекину, ну в конце рейда. Я там накинул 1000 за дракона, давайте, поднимайте паушу. Изи вин. Чё, мы, кстати, за 2 часа успеваем? Ты уже проёбана? 7 минут еще до 2 часов. Ну вот, как раз доп ЕП, пацаны. 7 минут?
Ну я с полуребра, пласт выпил, мне 2 часа. Вот 7 минут осталось. Но ёба! У нас нету доп. ЕП, потому что было 2 вайпа на профи. Поднимите конфетку. Так там же похуй на вайп, там, по-моему, нужны именно за время. Ну ты на время тоже не успеваешь, потому что знаете, осталось 18 минут на 2 босса. Нет, так-то да. Еще бы с первого драйва убить, да? Резните, Марат, спекнись тут в хила. Да, он это в хиле. Так, 2 хила, 4 хила, надо еще один хил. Ты можешь сверху. Скажи, СС, дай кому? Вильена, дай мамонта, пожалуйста. Стой на месте. Все, спасибо. Блин, можно еще маунты? Я там кулаки бафну, ингру купить. Не даете ману отпить. Самогон. Пидор. Тут-тут, сейчас встану. Ну, хочешь поржать? Ну. Сейчас я тебе в личку отпишу. Дэвидика, а значит, почему ты не можешь всем сказать? Ну, потому что иди нахуй. Дайте пристабав. Что ли? Забавьте, шаман. Для Поклонского еще? Да нет Поклонского, Джерри. Кто знает. Токсичный слизнючоныш. Что тебе не хватает? Нет Поклонского, он в громолом. Смотри, как Поклонский, что у тебя есть фрост шмот Поклонский? Сейчас одеваю, подожди. Гасси. Дайте лапу, Парайн. Жестко, да, злой? Ебать лох вообще. Пиздец. Черт, дружки нет у нас? Бодропедро, что тебе не хватает? Жму. Все, давай, Коля, запускай, все готов. Форстауру поставьте за место от огня. Смотрим, магия, не стакайте. Вроде один хил нормально, давайте бьем босса, сейчас притяжка будет. Беги, малышка, беги! Побежали. Вы чувствуете? Беги, босс. Два хила. Магия, осторожно. Вверх. Склепы. Подропедра, конфетку, коробку, слеголаз, джейли, Поклонская вниз. По центру падают метки, до 200 тысяч подбиваем. Не больше. Звездочки не бить, по центру опять падают. Звездочки не бить, бейте, не ставлю склепы там. Чё, ебанутый, что ли? Алло. Череп не бить, на лестнице падает. Между склепами. Убивай. Давай, Геру, шумок.
осторожно с магией. Блять. Как ты умер, Антон? Алина, поднимай же на окна, Алина. Какая прожимка на КД была? Да я, блять, не заметил. А? По-моему, 2 минуты же довешается. Так, шанс 10 стаков. Нормально, ладно. Сейчас магия обновится и метка. Купит босс. Босса. Не шли, ушли милики, милики. Сразу разбили. Так и скинешь меня. После притяжки. Босса метка, милики. Под босса метка. Милики ушли. Не разбивай. Алло, алло, алло. Чё вы делаете, блядь? Чё? Ты? Не разбивать, не разбивать. Разбивайте в сторону, Марат. Конечный босс. Бейте, бейте метку. Следующий под босс. Ты босса, волки. Милики ушли. Скидывайте, разбивайте. Блядь, мне так... Ходи. Атерните в сторону. В сторону твою атерните. Меняй больше. Бейте тупо босса, добивайте. Все остальные в сторону. Прицел там какие-то смешарики надо. Хуй ты коготь опять упал. Вам жалу. Все кончено. Толчится у газ, все кончено. Рольте коготь. Дима, она идет на все. Нет. Да, на кота идет. Это бис на фурика, она не идет на кота. Че ты хуйня несешь?